В Якутске пройдет день бесплатной юридической помощи. Сегодня региональное отделение Ассоциации юристов России приглашает жителей Якутска с 11 утра до 5 вечера в здание Национальной библиотеки и Общественного центра Республики по адресу улица Курашова, 24, 7 этаж, кабинет 704. Кроме того, Якутская ассоциация юристов напоминает гражданам о работе на постоянной основе Центра оказания бесплатной юридической помощи. Центр расположен по адресу улица Амур. 18. С графиком приема граждан в центре можно ознакомиться на сайте Минюста.